Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Симутин Максим, компания MegaOp24. Сегодня мы хотим сделать видеообзор спиннеров, представленных на нашем сайте. Спиннер, фиджер спин, вертушка. С английского означает игрушка, предназначенная для снятия стресса, успокоения. В центре спиннера находится подшипник. Сама игрушка изготовлена из различных материалов, таких как латунь, нержавеющая сталь, титан, медь или пластик. Спиннер может помочь людям, которые имеют проблемы с фокусировкой внимания или нервничают, выступая в роли спускового механизма для нервной энергии или стресса. Спиннер был изобретен Кэтрин Хеттингер в 1990 году, но стал популярным только в 2017 году. Хотя спиннер часто преподносится как игрушка с пользой для здоровья, он стал популярным среди школьников, в результате чего его запретили в нескольких школах на основании того, что игрушки отвлекают детей. Все эти спиннеры стали давно уже популярны тоже еще в Китае и в Америке. Посмотрим, какую популярность они наберут у нас в России. Все эти спиннеры будут доступны вам для заказа. Ссылка на них будет в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много нового и интересного. Все, всем удачи, всем пока.